11 сентября состоялось подписание соглашения о взаимодействии и научно-техническом сотрудничестве между Набережно-Челнинским институтом КФУ и школой номер 41 города Набережные Челны. На церемонии подписания присутствовали мэр города Наиль Магдиев, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев. Мэр города Набережные Челны Наиль Магдиев в своем выступлении поблагодарил руководство Казанского федерального университета. Он отметил, что данное соглашение даст свои плоды в будущем и будет работать на экономику, социально-культурную сферу города. Соглашение предполагает расширение возможностей школы за счет преподавателей и ученых Казанского университета. В профильных классах появятся дополнительные занятия, в частности, подготовка к ЕГЭ. Таким образом, решается вопрос не только с повышением уровня знаний школьников, но и с профориентацией. Обучаться в 8-м инженерном классе будет 21 ученик. Все они отбирались по итогам Олимпиады по физике. Есина Тимерова, Универньюз.